Друзья, всем доброго дня. Хочу вам показать нимфею Siam Purple. Вот сейчас она выглядит именно так. Уже очень холодные ночи настают. Не настают, а уже пришли. Температура опускается до плюс 4 градусов. Для нимфеи это катастрофически холодно. Вот, а днем достаточно еще тепло. Нимфеи продолжают свисти. Ну вот Siam Purple, видите, он как бы чем холоднее погода, тем получается ближе к такому розово-сиреневому оттенку. А чем теплее погода, температура, он становится таким вот сиренево-синим как бы. Ну а сейчас сиренево-розовый оттенок. Но все равно достаточно очень привлекательный, красивый сорт, обильно цветущий. Там вот еще идут бутоны, внизу там формируются бутоны. И я думаю, она еще на протяжении месяца будет радовать своим цветением, если не придут конкретные морозы. Всем, кому данный сорт понравился, его можно заказать и приобрести в нашем интернет-магазине. Он есть в наличии, высажены уже в большие контейнеры. Сейчас покажу вам. Вот видите, вот такой вот получается. Поднять не могу одной рукой. Вот это где-то около 8 литров, 7-8 литров контейнер. Уже очень хорошо нарощенный. Вот такой вот куст. Стоимость его указана на сайте. Заходите, интересуйтесь, смотрите, отправляю. Вот даже если кто-то закажет, прямо вот этот куст, это вот он приготовлен уже для отправки. Вот такая вот нимфея с цветами, с бутонами, с листьями. Всего вам доброго, друзья. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.